Привет, друзья! Сегодня мы с вами приехали в город Калуга. Калуга – это город недалеко от Москвы, 160 километров от центра Москвы. Сюда можно приехать на машине, на поезде. И сегодня мы приехали сюда погулять вместе с семьей. Я покажу вам и расскажу, что есть в Калуге. И чем знаменит этот город, в чем его фишка. И начнем мы с вами с одной очень красивой церкви. Она называется Церковь Козьмы и Дамиана. Это Церковь Козьмы и Дамиана. Она очень необычная. В ней есть несколько этажей. И она больше похожа на какие-то европейские церкви, чем на русскую церковь. Сейчас она на реставрации, но все равно она очень красивая. Давайте посмотрим. Что я могу рассказать об этой церкви? Кроме того, что она очень красивая, мне она очень нравится, потому что она необычная. Она построена в 1794 году, то есть в конце 18 века. И это единственное здание в Калуге в стиле барокко спроектировал неизвестный архитектор из школы, то есть ученик знаменитого архитектора Растрелли, который спроектировал очень много зданий в Санкт-Петербурге. Итак, что я могу рассказать вам о Калуге? Во-первых, это город, который основан в 1371 году. В этом году, в 2021, Калуга празднует 650 лет. Сегодня это крупный промышленный город. Здесь много заводов, которые делают машины, детали для них, турбины, электронику. Здесь расположены иностранные заводы «Эфес», который делает пиво, и «Фольксваген», который делает машины. Именно в Калужской области базировались и собирались основные войска русской армии. Отсюда генерал Кутузов начал контрнаступление на армию Наполеона в 1812 году. Давайте посмотрим на каменный мост, который видел самого Кутузова. Это одна из достопримечательностей Калуги. Большой каменный мост. Это виадук, который построили в конце 18 века. Видите, по нему сейчас ходят троллейбусы. И это было любимое место для прогулок горожан раньше, в 18-19 веке. Этот мост выдерживал танки во Второй мировой войне. Во время Второй мировой войны этот мост видел солдат фашистской Германии 13-го армейского корпуса вермахта, потому что в 1941 году Калуга была оккупирована фашистскими войсками. В советский период Калуга развивается как промышленный город. В 1967 году здесь открыт первый в мире музей космонавтики. А почему? Потому что в начале 20 века здесь работал Константин Циолковский, теоретик, ученый, который разработал теорию космических полетов. Поэтому теперь Калугу называют колыбелью космонавтики. Давайте вместе сходим в этот музей и посмотрим, что там есть интересного. Это территория музея истории космонавтики. Сейчас мы посмотрим, что есть внутри. Это вот это здание. Сегодня мы с вами в Калуге, в музее истории космонавтики. Это очень большой музей. Его создатели Сергей Королёв, Юрий Гагарин, они принимали участие в создании этого музея. Смотрите за мной, какая фреска на стене.
это дирижабли, модели дирижаблей, которые изготовил Константин Эдуардович Циолковский. Дедушка, так его называют, дедушка мировой космонавтики. Вот он, Константин Эдуардович, вместе с моделью в мастерской по изготовлению моделей оболочек дирижабля. Действующая модель космической пилотируемой ракеты Циолковского. Вон, Циолковский. Это Циолковский? Да. Константин Циолковский. А это что за модель? Это? Да, вот это все такое. О, какая красота. Да, вот такой дирижабль. Плохо видно. Вот тут видно, что там есть креслица, чтобы лететь куда-то далеко. Циолковский очень много сделал для изготовления дирижаблей. Он думал, что человек будет летать не на самолетах, а на дирижаблях. Это была его большая любовь. Но будущее оказалось другим. И сейчас мы летаем на самолетах, а не на дирижаблях. В одном из предыдущих видео я рассказывала о том, что Циолковский опубликовал исследования мировых пространств реактивными приборами в 1903 году. Вот именно в этом научном обозрении вышла его статья, где рассказывалось про вот эту формулу, которая помогает построить ракету, которая может долететь до любой планеты. Это формула соотношения четырех элементов. Именно ее используют инженеры для того, чтобы строить ракеты. А это Сергей Павлович Королёв. Тот, кто построил саму ракету, инженер, который построил ракету, ученый, академик, конструктор, который и отправил Юрия Гагарина в космос. Мы перешли от дирижаблей к космическим кораблям. А здесь есть всякие классные ракетные штуки. Вот это вот, например, двигатель ракеты. Двигатель ракеты, но небольшой ракет. Вот такой он интересный. Вот это наверху называется автоматическая межпланетная станция Венера. Она была запущена в 1961 году на расстоянии около 100 тысяч километров от Венеры и вышла на орбиту искусственного спутника Солнца. То есть она совершила первый в мире межпланетный перелет. Ее сконструировал Королёв. Первая в мире метеорологическая ракета СССР. Она должна была мерить погоду. Вы помните, что первыми животными, точнее, первые существа, которые полетели в космос, были собаки. Белка и стрелка. Вот они, кстати, внизу. Фотографии белки и стрелки. Но было еще много других собак. Лайка, мушка, пчелка, чернушка. Все они в разное время летали в космос. Вот интересный вопрос. Почему в космос не летали кошки или хомячки? Как вы думаете? Напишите в комментариях варианты. Это автоматическая межпланетная станция «Луна-3». Эта штука впервые в 1959 году сфотографировала для нас, для мира, невидимую сторону Луны. Она сфотографировала обратную сторону Луны, которую мы с вами никогда не видели. Большой фотоаппарат. Вот это Восток-5. Да, Восток-5. А это вот эта капсула внутри, настоящая капсула, в которой летит вот так вот космонавт. Самый длительный полет в такой капсуле был 5 дней космонавта Валерия Быковского. Он провел в этой штуке 5 дней. Есть еще вот такой вариант Циолковского. С зонтиком и на коньках. Интересно. Музей очень приятный, очень красивый, очень современный. А мы сейчас на улице, рядом с музеем космонавтики. Это большой купол планетария. Это разные виды ракет. Можем посмотреть их чуть поближе. Особенно вон ту высокую. Вот эта высокая зеленая ракета. Это настоящая баллистическая ракета. Она очень даже большая.
называется шахтного базирования. То есть ракета шахтного базирования, она стояла в большой глубокой шахте. И когда нажимали на кнопку, она могла вылететь. Она предназначена была для атак средней дальности. Вот такая интересная ракета. Но сейчас их уже списали, они больше не работают. Ее поставили здесь, в музее. Так, а теперь посмотрим вот на эту штуку. Смотрите, какая высокая ракета. И это дублер ракеты «Восток», на которой летел Гагарин. Что такое дублер? Так же, как космонавт, дублер. Эта ракета должна была полететь, если что-то не так, было бы с основной ракетой «Восток». Если что-то сломалось бы перед стартом, она бы полетела. И ее поставили сюда, в музей. Вот она такая ракета. Посмотрите, какая она по размеру была. Я, кстати, думала, что ракета «Восток» больше. На всех видео кажется, что она огромная. А она не такая уж и огромная.